Так, короче, пиноколада в ДД сразу. Так, Макс, посылаешь Сукубу, короче, на печеньку. Если что, потом, короче, получается у нас толковая сова. Печеньку запомнится, берешь ты продлеваешь. Макс, если что, там койлом, либо фером продлеваешь. Печеньку то бишь вдвоем контролить. Борчик тоже берешь, запомнил печеньку цель. Крестик. Крестик, короче, Чернобыль, либо Сукубу, да, либо Серый забрасываешь, запомнить цель берешь. Вся. Вообще все тут или нет? Чернобыль. Вся, толковый салат, да, охуенно. Выходите с АФК, пожалуйста. Друга. Да. Мне в танке? Да. Окей. Толковый сова. Паша спереди, блядь. Чернобыль. Паша спереди, возвращайся, блядь, сюда. Он что-то говорил, писал, что он будет АФК или еще что-нибудь. Нет, он вроде просто ушел. Не, если что тут, я просто что-то флоскан типа. Вот. Я понял, я знаю, что. Блядь, я не знаю, заебали его, честно. Думаете, мне отойти не надо или что-то? Паша Спирит, алло, блядь, проснись. Ладно, короче, минус 20 кролла этого босса не идет. Давай дальше, погнали. Короче, сначала запоминаем цель. Напоминаю, нахуй. Печенька. Бабка бросает стуку. Потом, блядь, продлевает у нас толстая сова. Печеньку ветерками продлеваешь. После ветерков, блядь, продлевает у нас 5 маг. Либо койлом, либо ферами. Запомнили. Если что, короче, бочек тоже берешь печеньку, запомни цель, бросаешь туда овцу. Типа, если будут позволять ранжа. Запомнили. Крестик на. Чернобыль. Тут? Чернобыль, блядь. Сукуба, Феры, крестик ты. Тебе помогает Кусяу. Кусяу ты следующий пробиваешь. Запомни цель взяли. Дальше. Получается у нас, если залетают к нам велика 90%, что нам залетит звездочка в рейд. То бишь, намат, нет, пизжу, отмена, пиноколада, звездочка твоя, ковы, рип, ковы, рип, когда откадешится. Намат, твой, короче, этот, луна, если придет в рейд. Если луна не придет в рейд, тогда, ну, ты по любому милика следующий ты забираешь. Ну, так, блядь, бросаешь по КД на него ковы и рипаешь от рейда. Понял, да? Трипс, по КД, блядь, бросаешь трапу, замедлить типа под рейд. Чтоб каток был. Окей, все.
Напоминаю, смотрите, вам будет бросать каток, будет ставить тему этому тренеру, ребят. Ваша задача, вы никто не танчите ебалом и мобов, вы всегда их кайдите. Теперь дальше, смотрите. Брустим мы череп, сразу же максимально быстро брустим его, загрипываем. Стоим, короче, вот первый гриб там, второй нам ближе загрипывает где-то вот сюда. Где-то даже так. Танк у нас пойдет сюда. Малик, спекайся в хэпало сразу. Вы айс и Малик вдвоем пойдет хилить. Че, я стол буду погребать? Да. Сразу, короче, бафка СС по Хике, притон СС по Малику, Чернобыль СС по айсу. Теперь дальше, притон, спирит, алло, ты тут? Паша, спирит, блядь, притон, спирит, ёбаный мать. Паша, спирит. На сферы, всё это надо будет давать, да-да-да. Первый массив сейчас у нас, короче, условно прилет, следующий там уже варп или сайз. Эссенция и так далее. Да, на пол никуда не надо никого сдавать. Паша, спирит, алё, проснись, ёбаный в рот. А тут армор только работает. Ладно, короче. Заходи, Саня, смотрите все в квадрат, короче. У кого есть припоты, припоты на броню, короче. Да, ты в ретрике. Напоминаю, бьем сперва, блядь, череп. Мобы, которые назначены, они не должны кастовать вообще слово совсем. Теперь по пуржу, типа, ШП, ты приоритет пурж, типа, даешь точечный, потом АУЕшный пурж. Пока ты жмешь уход 7, чтобы на тебя никто не агрился. ШП, ты, типа, на диспеле у нас получается. Кого в приоритете забрать? Блин, забирать по максимуму, кто останется, то останется. Прийти забрать Луну. Луну и это, короче, и Эретрика. Но они там будут прошивать, саппорт выпить. В принципе, нет, тоже. Остану только если. Готовность. Смотрите, все, пожалуйста, вот, блядь, даже дальше поставлю. Вот сейчас станьте вот сюда, потом подойдете. Напоминаю, тоже поставлю меточку, вот дальше вот этой меткой выходить контролить вообще никогда. Побеждать шарамба вы не выходите или колеса, чтобы подавать контроль. Первый раз вам репует, потом вы, блядь, даете контроль. Еще раз чек на пул. Паша, здесь нет. Все нет. Ну это будем пул, вы полетели. Первый репует у нас два переколода, второй на нас. Сперва танки, а потом идут репы. Все, да, еду. Не выходим на контроль, пятики прохили максимально сильно. Оковы на мага, хорошо. Крест подходит, крест под контроль, печенька заходит. Хорошо. Печеньку под контроль. Крест, мас-дис-спел по противнику, мас-дис-спел по противнику, дайте. Мага, продлите, крест, продлите контроль. Крест, лок, крест, продлите контроль, нанесло. Хорошо. Еще раз крест продлите контроль, дайте любой контроль скрест лесу, блядь. Я дал ветерок, следующий у меня ВКД. Крест продлите, блядь. Быстрей. Рок, садись на крест, молодец, красавчик. Убивайте чекина. Мази спел, вернулись, Фрейд. Вернулись на каток. На каток вернулись обязательно. Хорошо. Кто-то заряд, умираем по печеньке. Печеньку не контролируем, контролируем крест. Играем все по печеньке. Загрипайте на лужу печеньку. Лужу под рейд. Хант. Хэппл. Вы хорош. Все по печеньке играем. Крест не должен доставать. Крест доставит. Печеньки убежали. Печеньки убежали. Забирайте. Масферы. Дайте миликов. Стопан.
Хорошо. И раем дальше по печеньке. Приоритет контроль сейчас. Бека забираете Миликал. Обязательно забрать Ретрика трейда. Ретрика забрать трейда, обязательно. Пару грипов до меня дотяните, он на меня. Все на каток, все на каток, все каток обнови, все на каток. Кайте, ходите на капоту, блядь. Это вражда. Милика заберите с Ретрика. Притон, блядь, почему стоишь либалом, блядь, торгуешь, нахуй? Дарну притон. Сразу отстал, блядь, я забафайте его. Гейм на ману дать? Можно дать, да. Мах кастует опять, мах кастует, ёбаный урок, вы чё, издеваетесь нахуй? Канта пуржит. Канта пропуржит и нахуй. Мальдис пел. Мах опять кастует, да? Вообще не играем, Шакула катим. Дайте, Шакула дизам дай. Сова, дай БР по бойчику. Сова, БР по бойчику. Кто это, блядь, бьёт? Мор. Ханта, пушите по КД, там доты, хоты спадают. Да, пушите ханта. Точечно, точечно, пушите. Мало проконтрольте, дайте мало магу, магу, через кресту дайте что-нибудь, блядь. Все, играйте крест, все кресты играйте. Каток обдали, плейд. Шкула контролит. Корни, блядь, вихри, блядь, все остальное. Крест все играйте. Толстая сова, БР по бойчику, сдай еще раз. Грип. Рипните, рипните, рипните. Хулю в центре там. Пропуш, пуш по кресту. Забафайте бойчика. Пухло ты. Шапула катим, короче. На каток верните свои РДшники, обязательно каток прийти, чтобы мы могли катить, что я ебанул шапула. Еще раз обновите гриб по, если есть возможность по кресту. Если нет, то похуй. Просто какого на него бейте. Он сам блинка нас. Просто голый блинка. Короче, дальше не заходите креста. Сейчас скрин дам. Помогу умирайте. Масферы сдайте, мы на катку масферы сдайте сейчас. Я фернул, фернул. Мало косты сбивайте, мало косты сбивайте. Чё ты косты? Косноязычие на ману повесите. Косноязычие на ману повесите. Все, на мне убегает, да? Выба. Мальчик спала. Шакула, шакула бьет и бафу. Это контроль, хорошо. Мальчик спала. Добивайте мага, раем шакула. Шакула и раем. Отойдите от... Дизайн по вару. И каток под вару, под каток под вару за это. А, вот конец будет. Затем замедление, затем замедление отдайте. Контроль, это, Макс затечил по централевой дерево. Макс, дерево под контролем, короче, тут еще живу Чернобыль. Я вижу, что контролишь этого приста. Приста под контролем. Бойчик, можете саму там взяла, короче, этот. Если он на рейнджера будет, например. Жаба. Питал. Долдзор. Дальше по Антару. Череп поставил, череп.
Если есть возможность загрипать, если нет, плохо бить просто так. Кто мертвый или кто с большим разрешением играет со скриншотте, всякий случай. Что? Ну, в общем, арена. Дальше по-моему. Или топочки. Здорово. Вот этот Колян трезвый. Здорово, Колян. Что ты, как? Ожил после фрагмента? Да. Я уже работаю в арте. Я тебе заходил прямо. Да бывает, хуля. Как-то быстро сейчас начал разговаривать. Аж непривычно. Ну да, да, да. Пацаны. Да ладно вам придираться, ебать, что первый год меня знает, что ли. Как вы, пацаны? Ты там пинкнул, блядь. Минуту нахуй. Ты хуже зависал. Не подходите, не подходите, не подходи. Короче, пиноколада первый гриб. Давай условно звездочку гриб. Давайте робу звезду. Ну похуй. Кого за гриб, похуй. Следующий гриб, все. Ну, можете поближе стоять. Прям нормально держится. Ну, я смотрю, если там блок вообще шикарно стоит. Не, ну я же... А. Не сильно в блок здесь сейчас. Но они по большей части меня магией пробивают, сам дают и там напихивают. Ну, рефрик и доты, блядь. Да, на мне сидел Рога, ДК, Ретрик, Лар и Кот. Там также стойте, там РДД на РНЖ бейте, не подходите в упору, если что, прилетите лифт. Билет не подходите. Там все есть второй лифт, ебать. Ты как-то не захотел меня пускать, за собой потянул. Рыцарь 1000 стоит нихуя себе, нихуя себе. Только выстрел уже продалась. Так бывает, да? Ты что, у меня 4? Ну я зашел. Крутанул рулет, там попадал хуйня, это выстрел. Ты заметил, что почта сейчас сразу прилетает? Да, да, да. Я уже давно. Не, мама, пошли заметил. После праздников. Мы там игры сломаем, блядь, с этим. С роботом, нахуй. Гидрос поломан вообще до жопы. Геодата, блядь, это пизда. Да, ну я там как-то нормально убедила. Ну, может, это когда-то было. Сейчас многие на форуме даже пишут, что что вы сделали, блядь, с геодатой, что терпи, сука, не останавливаются. А это нормально, что ботинок как ботинок упал? Да. На самом деле, это петушиный поступок со стороны лута. Я запустил свечу. Это постоянно ЧП зашло.
Петя, ДД, короче, пинаклада танка на Мартада, и Трипс берешь тоже светлый. Я соло танчу, только, короче, надо минута, ребята, вот. Я ничего с этим не делаю. Это, сразу скажу, нужен хил еще. Пятый. Так, есть пять хилов. А, ну, закинь его тогда вместо Владюхи. Чтоб два ТВ. Женя пришел. Женя залетел, здорово, Женя. Давай сюда. Я не знаю, ребят, здесь для проблем была с батареей текла. Короче, Женя, там сейчас кликнет человека, когда ты тебя сможешь засунуть. Я ухода. Он только вернулся, кстати. Да. Не важно, ничего не знаю. Хапал уходит. А Малик все равно хапал, значит, с пятницы. Без хапала тяжело будет. Да, 2 минуты у вас есть, хочешь там покурить, что не знаю. Ну и больше. Садите от рыбы, пожалуйста, Саура. ИК, да, простой? Или ИВК? ИВК. Блять, три шмотки с духом Христовы повод. Второй китайский, я говорю, блядь, дадите просто от рыб, люди не могут поесть. Саурон огромный. Дайте полосформ. Так, ребят, я поел, я попил. 5% криты для РДД. Ну Иски, веди сюда вместо роги. Чтоб тотемы нам резали, заебись. Тилан дал это... Сейчас скажу. Это... Ну, короче, хапал. Тянул. Пала ливнул или чё? Да-да-да. Да. Уйти, сказал, надо ему. Да. Короче, это, давай. Получается, ты не кладу с правой стороны закрываешь, нама слева и ты сзади закрываешь, как в прошлый раз. Чекнуть пулт. На полностью на баху. 8 минут фласка. Пары там, ты вернулся на ты. Федя. Все тут и
Там пул, короче, на пул квадрат по КД. Кто-нибудь третьего ару поставьте, пожалуйста. У нас на мат. Ты первый раз ловишь или что? Да там не проходили, там две сферы залетело и въебало. Да там, кажется, больше сфера залетела, потому что народ прям раз упал, два упало, и потом все легли. Да там было достаточно. Ну-ка скиньте абсорб, кто там кидал меня в прошлый раз. Этот, скабл. Да здесь вода. Тут абсорб можно не смотреть. Какая нет. Смена цвета? Не было никакой смены цвета. Темный каст, мы под темной стояли, все правильно было. Мы все белую взяли, почти умерли. А кто? Нет, умер я от шаров, чё? От шаров белый. Я про новый был. Я смотрел это, на вихре все живые-живые, потом две белых сферы, пизды повреды. Не, нас убили именно сферы, короче, и это все хуйня. Чё, мне побегать, что ли, туда? Короче, намат, давай в ДД обратно. Ветер, спекайся в танк, а будешь с левой стороны ловить. Давай. Подожди. А мне кажется, здесь ханта лучше ставить. Слева. Ханта на сад закрывает, просто ханта, блядь, не сидит. Он нам 4 сферы словил, блядь, где он. Секунды 4 не проходит на него. И упал сатик добил. Он тоже серый сдох. Серый ебануло. Не, он словил сферу, у него осталось там, блядь, 5% или 6 хп. Его 3-4 секунды усилили, и там прошел тип, и упал сатик добил. Я кинул щиток, он сразу сдох. Короче, ничего страшного, упали, собрались быстрее, забахались. Назад в рейде есть еще потемный. С левой стороны на слове тик, и справа пинколада, сзади трипс. Все готовы. Эссенсы, варф, ты тут? Окей. Короче, мне их первого каста звучит, когда там за сколько секунд будет залетать. Я тоже не. Ну, типа, чтобы приготовились. Тоже. А, нет, это тоже. Да. Значит, по факту вы не умирать. Белую взяли, идем ромбусом. Молодцы, поменяли цвет. Это не твой ловит, нет? Ну, каст, честно. Просто когда поменяли, там надо черные ловить начинать. Все лили там.
Там те, кто ловят, когда меняет цвет рейд на белый, вы черные ловите, потому что черные сейчас прилетели, нас шортнули все. Короче, окей, сделаем иначе. Будете дальше ловить под своими сферами, после вас будут прокидывать. Чтобы не было короче. Да, получилось, прошли менять цвет и... Слышишь, вот. Давай, давай я локом поменяю, мне проще будет через блинки эту сферу ловить, ну? Ты локом можешь... С белой стоять вот здесь, сзади. У меня прожима нету выжить на касте фазы. Там он блин конец возьмет. Черный. Я через... Ты вот здесь, смотри, хан сзади ловит. А ты немного сзади, потому что если я ловлю левый боковой, то заднюю, которая идет прям в рейд, если хан не успевает забрать, то я не успеваю. Петь, покричишь, но... Ну или кто-нибудь из варов просто напал, ушел, типа сейчас не надо. Кстати, аура от огня была, чуть не видел. Зачем здесь аура от огня? Потому что белый это огонь. Белый это огонь. А вот огня. Да. А где это посмотреть можно? Нигде. В школе магии. На Вовике. Колледж или не учился? Учусь. Где ты дамажи можешь посмотреть, посмотреть. Тебе забывай. Эй, давай ты справа, если его ближе будет сверху. Нет, ты вот сзади, вот эту заднюю, левую заднюю. А где хан стоит? Не, вот хант он убивает на правую заднюю часть, и все, левая свободная. То есть двое можешь бегать и все. Вот вот это видишь летит? Если бы сбоку летело белое, я бы не понял. Макс, на тебя из за костюма сейчас. У всех лагает или только у меня лагает? У меня лагает постоянно этих сущностей. Белую, все взяли белую, все взяли белую. Так ловим черную. Берем по рамбу. Черный прилетел ловить. Блять, я думал, что был. Это заказал? Давай еще. Это ва. Дай бэр по бабке. Сейчас ловим темные, короче. Лосы берите темную сферу, ловите темную сферу. Первый гранал, Макс. Я понимаю. Вот ты умер. Я взял темную. Не, я там запутался, что забить. Успел повесить. Дальше бьем. Буксы отдали. Три вступал еще, блядь. Сял, дай бэр по трипсу. Справа встанешь и возьми сферу, как встанешь. Сосиль ты трипса, сферу возьми. Я перед танком ловлю. Да не перед танком, да я уже... Ладно, ладно, тогда левую часть будет. Я слева сзади, а вон спереди. Вот эти вот ты бери. А я слева сзади. Темный если взяли, темный взяли, не взяли. Ловим белый. Веру, дай веру. Блять, летит. Последуешь левую часть, я только понимаю. Да-да-да-да. Все. А, все приватно. Я левый уберу, да? Да, я помогаю ханту и сзади держу. Далеко от меня вестит. Да, мне ускоряют же. Причем ты пропустил уже вес. Я в петле сзади слева ловлю. Я тут... Прожимался там, я его... Да, вот прожал. Прожали солнце.
Сзади никто не ловит, 35 миллионов. Ну я тут сижу. Вспомнил, надо обязательно нажимать, чтобы не видно было интерфейс. Очень удобно становится, все сферы видны. Да, как же кайфово сферы. Все белые взяли, все белые взяли. Ой, ну чё там? Ой. Рано. Да. Да, вот именно я так же зарано взял. Перебежали. Возьмите, кто шарит, половите. Это чё, тёмный ещё. Кто нет? Слева, спереди. Я сзади пропустил. Ловите, возьмите кто-то темную сферу, ловите с правой, там получается стороны. Или с левой, блядь. Стараюсь сейчас засыпать. Ага. Бейте. Просто бейте и бейте. Пока бурсты отдайте, все есть, отдайте. Забивайте кассу. Фрига, нет. Ага. Угу. Аж две? Да, две. Три. Чё, Андрюха? Прохильте! Прохильте! Будем пробовать из меня блокера делать? Говори свое авторитетное мнение. Так, блокер надо сделать, ну хорошо. Мы сделаем не убьем это, а ну Бенкара. Ну что, бабу дашь? Я пойду задвижусь, росу поменяю. Росу? Блока? Конечно. Какой там еще блокер делать? Так он же показатель вроде увеличивает, а не шанс. Мне же 6 косарей блока надо как-то собрать. А, я думал там только шанс надо было. Он еще парил дает 3% или 2. Ну а шанс надо парировать еще. Блин, вкусный пояс упал. Ну это мне надо было голды и время. Король Лич понес тяжелую войну. Могу бы не хватать его без блокара. Герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной король. Ну или пау. Так вы собирали, чё он ролл был, я не знаю. Он ролл плюс сфера. Я либо пояс, либо грудак вставляю на ролл. Ну смотри, Андрей, у меня 96 из 102. У меня есть куча сокетов на вынос. Чисто технически добить вот этот avoidance могу. Потом останется вопрос в блоке. У меня сейчас 3 косаря блока. А если я кучу сердолин откаю на блок, то у меня, возможно, до 6 будет 40. Да не бегите эконом, будет шмат тут роль. Пинклада мне давай. Блин, все разрастать будет, да? А портал ты нету? Да. Пожалуйста, ролите тех, кому кто будет тапать. Привор там ретрики, анхолики, кто там еще? Собы, друзья, рдру. Ладно. Сайс, тебе зачем? Скиби, тебе зачем? На ноги, если ты 4 не выпадет, то обновите. Мне на голову поменять, на голова. Ладно, давайте всем по 0 дам, и все, короче, давай этот шнур первый.
Бля. Ты можешь скрыть мне дать трофей, я тебе другой дам. Потому что вон этих боссов не было, чтобы он мог получить. Дал тебе Женя, я ему другой дам. Чего нет? Ты скибиди дай, пожалуйста, шаману. Дал он ему? Дали мой, давай. Он еще дал человек. Ну, хорошо, сейчас мы удроем. Спасибо, голову покупать. Спасибо. Сейчас там не было. Ну, блядь, он по факту вон всем, короче, особо классный, я не знаю. Ноги за ЕП, блядь, ЕП. Там других нет, Андрюх. Короче, ладно, дальше. Да, я хочу. Макс, ладно. Мне как раз на высоту ударит. Чернобыль, ты будешь у Димай забирать? Да, да, нет, так давай мне несу. Если нет, то мне нужен, потому что у меня перекап меткости на грузовике. Короче, Таня сказала, если мы сраливаем, сразу минус Е пойдет. Можно Е пошить. Если максималочку ставить, тогда рольц. Если гильдия сролилась, просто Е по аукциону. Там, допустим, сколько? Плюс 15 тысяч, плюсуйте каждого, ну, около сколько? За двух лоссов еще. Да, короче, это смотри. Я не буду красить. Это бессмысленно красить. Что мне? А не, я тогда грудак возьму. О. Давай, да. Блять, совы тут надо тоже. Окей. Я все сделал, короче, просто сейчас разрываю, и вам просто потом элементарно возьму. Сами Макс Дерлин, пожалуйста. Четыре дрифта не держать, пожалуйста. Просто сами минусует, минимально не пакси, минусует, то сбрал шмот и всё. Окей. Тапки.
Бля, почему на состояние не падает? Это пиздец какой-то. Хороший был. Бочки надо? Да, похуй вообще. Ну, тут, блядь, 15 меткостей, блядь, на локе. Ну, короче, смотри. У меня такой вопрос встречный, типа. Я не понимаю, просто вот Притон, Чернобыль, Бабка, типа, вот что, вообще совсем других топов нету, блядь. Мне кажется, просто на Востоке это, блядь, будет где-то профитнее. Скритой, блядь. И Хастой. Или других вообще нету. Вот этот вопрос интересовал. Есть наметкость, Чернобыль, но... 245-й вообще сейчас. Есть наметкость падает, но наметкость, у меня перекаты, так я бы их не взял. СВК десятки, по-моему. Я спрашиваю, просто... Я спрашиваю, мне не жалко, просто чтобы потом не было как-то обидник. Мне просто, мне вот это очень страшный, странный момент, когда, блядь, вот... вот критовые пацаны ролят Касту с духом, вот эти пиздец. Причём, лок вообще-то не критовый. Лок и Касты крит. Не, например, был ты афликом каким-то. Войт, роль, Войт. Да чё, вторые, что? Да, да, вторые. Идентичны. Ебитесь, дайте со мной, пожалуйста. Оп. Там вам бабка никому не отдаст. Я не понимаю, почему критовые пацаны ролят и... Я просто ради фана кинул. Вот я не понимаю, честно. Но... Я не буду там делать сейчас сильно, я не понимаю. 40% духа переходит только в СПД. Вы можете кричать сколько хотите, но дух тот же самый идет спокойно. Так, вроде все наши, правильно? Вроде все наши. Нет, оставь себе крутак. Я крутак возьму. Четверку. Могу поставить 5-8. И ВК-10 на этом КД уже было. Мультики приоритет ролики. Кто из наших шмотки вообще полутал? Трипс без обид, типа, ну, не надо тебе пролить, потому что, ну, ты можешь себе палку делать любую с РПБ-ом, а им, ну, типа, это бисло. Также комбат приор. На полу танка, да?